Всем привет! С вами снова Зоомах. Я сейчас коротко покажу, что у нас есть по сумкам и переноскам. Так, ну вот общим видом это у нас вот так вот выглядит. И немножечко поподробней. Я их потом сниму каждую отдельно более детально. Вот наверху у нас стоят более теплые сумочки, которые даже часто как домики используются. Значит, в чем у них особенность от обычных переносок сумок? У них чаще всего спереди либо сеточка, либо ее вообще нет. То есть для очень послушных собачек, не для кошек. Кошка выскочит. Они мягкие, удобные и теплые. Обычные сумки-переноски обязательно имеют сеточку либо с обоих сторон, либо с какой-то одной для доступа воздуха в жаркую погоду. То есть животное сидит внутри и спокойно себе там дышит. Собаки как бы нормально в них путешествуют. Ну а кошек как приучить, и бывают паникуют. Вот такая вот тема. Конечно, для кошек чаще приобретают вот такие вот корзинки. Они моделей разных, но смысл у них один. Здесь получается у нас проветривание со всех сторон, потому что дырочек куча. Все это закрывается вот на такие вот замочки. Вот оно. Вот, на защелочку. То есть закрыли, кошка голову не поднимет, не вылезет. Ну, есть красивые, есть некрасивые, тоже особо роль не играет. Главное ориентироваться на вес кошки. Потому как, понятно, вот маленькая корзинка, тут кися до 3 кг поместится. Здесь уже побольше, до 5. Тут, в принципе, не совсем видно, что вот крайняя самая вот эта вот корзина самая большая, до 9 кг выдержит. Вот. А здесь мы видим боксы, контейнеры. В чем их плюсы? Ну, лично мне нравятся такие боксы тем, что пока вы его не используете по назначению для транспортировки, его можно использовать в качестве домика. Вы сняли эту решеточку, там вот видите, завинчивалки у нас. Вот они, крючочки. Вот. Повернули, все это сняли дело. И домик без решетки. Хоть собака, хоть кошка, заходит, выходит. У меня такое стоит постоянно. И когда коту приспичило ехать в больницу, он не сильно расстроился, потому что просто тупо закрыли его в собственном домике. Вот такое вот. Они бывают с ремнями, вот как средняя переносочка. В ней еще комплектации будет идти мисочка. Есть, которые не полной комплектации, такие вот задуманные без ремня. Без миски, но вот они показывают, что к ним все это можно докупить отдельно. Вот такая тема. Да, и еще, что там самое как бы важное, если думаете летать самолетом с животинкой, то нужны именно вот такие боксы с железной решеткой. С пластиковой дверцей не принимаются к транспортировке на самолет животные. Надо это учитывать при поездках. Вот такой у нас пока ассортимент. Будем знакомить вас более детально на днях. Приходите, выбирайте. Всего доброго!